Увы. А там главное ничего, обыкновенно, грубо говоря. Вот что ты сможешь сказать, то же самое, толпа, которая здесь. Это... У них там наблюдатели, оттуда они в основном работали. Ну, в принципе, получается, вот мы здесь, мы пошли вот так, здесь вот. На ту сторону. С другой стороны у нас вот сюда. Надо открыть еще не один вот этот переход, а хотя бы 3-4 перехода, чтобы люди могли не только сюда, могли через Счастье не ездить, да. Вот это надо через сделать. Золотую через Золотую или через Золотую или сейчас. Да хотя бы хоть этот пускай работает, то уже хоть раз говорю, что и этот скоро закроют. Как ни крути, остались родители, живут сестры, братья, родни, по-моему, увидеть хотя бы, хоть раз в месяц ходить. Зале-то ни разу, с весны ни разу я не ходила, детей не видела. Внучка была маленькая, поехала, вот ездила уже. Она уже большая у меня. Я шел за продуктами, хотя, в принципе, многие продукты у нас почти так же стоят. Не все это стоит. Цены поменялись, как было раньше, допустим. В мае месяце. Ты смешишь или что? Если вот Пикталван плюс лекарство моему внуку от кашля стоит 59 гривен, а там 500 рублей. Как? 500 рублей? 500 рублей, да, в аптеке. Как ты думаешь, хорошо мы там живем? Мы работаем на украинском предприятии, в Зуевская ТЭС, от Дотека. Дотековская? Дотековская. Мы налоги в Украину платим, мы получаем деньги с Киева по карточкам. А как снять? А как снять? Вот езжу в Артемовск, снимаю девчонкам себе. Укропом называют, нациком сначала называли на работе. А потом уже все молчат, когда их поразгоняли с работы. Угу. Вот, и они тогда стали молчать уже. Новороссия, да? Ну что ж, ну идите, 400 рублей сыр. Колбаса самая вонючая, 300 рублей. Ну так жрите. А что же вы, я говорю, заказываете, чтобы вам привозили еду с Украины и денежки на это, чтобы на банкомате вам сняли 8%. Так через Россию приходилось ездить, Северодонецк. Вот первый раз прохожу тут. Вот. А как через Россию? Ну, получается, или из Варина, или Гуково. Там проезжаешь. Маршрутки выходишь, пешком проходишь и там уже обратно. А там есть уже маршруты? Да, ездишь. Вот. Но там. Но сейчас дешевле получается или как? Намного. Потому что если через Россию, там 400 гривен проезд выходит. А тут 100, ну вот я с Северодонецка покупал себе сегодня билет, в общем, 100, ну 130 гривен, грубо говоря. А через Донецкую область очень далеко и очень дорого. Надо было голосовать. 11 мая. Там вот тоже.